22-летняя блондинка показала себя после операции. Розалия Райсон решилась на пластику по просьбе мужа. На знаменитую телестройку девушка приехала из Киева. Хрупкой блондинке удалось построить отношения. 2 месяца назад Розалия вышла за Андрея Шабарина. Однако блондинка решила, что статус замужней дамы – не повод для того, чтобы прекратить работу над своей внешностью. Райсон опубликовала фото, сделанное после операции в столичной клинике. Девушка призналась, что увеличила грудь. Рядом с ней на кушетке сидел Андрей. Розалия в специальном корсете на груди и с перевязанным запястьем держала мужа за руку. Телезвезда заявила, что операция прошла хорошо. «Мне казалось, что я проснусь в ужасных отеках, что все будет болеть и неметь. Но ничего, я уснула моментально и ничего не помню. Проснулась как в своей кроватке поутру», — рассказала Райсон. Розалия заявила, что решилась на операцию по просьбе мужа. «Он предложил это еще год назад, когда они только встречались. Он полюбил меня такой, какая я есть. Но это был мой пунктик. Мой любимый меня когда-то об этом попросил. Я должна сделать это для него. Я увеличила грудь всего на полразмера и изменила форму. Теперь у меня красивые упругие мячики», — отметила звезда Дома-2. Девушка рассказала, что у нее хрупкое строение и маленькая грудная клетка. Поэтому размер 3,5 для нее самый безопасный и комфортный. Она отметила, что ей поставили бразильские импланты. Впрочем, многие из поклонников Розалии выразили уверенность, что для девушки это не первая мамопластика и до операции ее грудь также была ненатуральной. Среди участниц телепроекта началось повальное увлечение пластикой груди. Причину этого рассекретила Ксения Бородина. 24-летняя Ирина Пинчук после операции назвала себя Памелой Андерсон. А 19-летняя Милена Безбородова и вовсе увеличила грудь в прямом эфире.